дарим подарки на 8 марта с любовью, комфорту, заботой о здоровье. Магазин «Сновидение» вновь помогает нам преподнести подарок, который будет не только приятным, но и полезным. Сейчас, когда многие предприятия поднимают цены на свою продукцию, магазины «Сновидение» и «Все кресла» не только не меняют ценовую позицию, но и дарят дополнительную скидку в 10% при наличном расчете. А еще радуют новым ассортиментом. Первым делом обращаю внимание на готовые комплекты. Здесь даже думать не надо. За вас все сделали. И упаковку оформили, и наполнили, и красивые пожелания написали. И вот такие забавные полотенца придумали. Моя кухня, мои правила. Подарок со смыслом, с юмором. И в быту пригодится, и настроение подымет. Добавить в презент можно оригинальные фартуки, которые также не оставят равнодушной ни одну хозяйку. Надо отметить, полотенца, которые так необходимы в быту, в магазине «Сновидение» представлены в большом разнообразии. Новое поступление постельного белья премиум-класса помогает нам в поиске идеи для подарка. Качественное, роскошное постельное белье порадует практически любую хранительницу очага. Новая коллекция халатов. Теплые или легкие, детские или взрослые, разные расцветки, фасон. Есть даже эксклюзивные модели, как вот такой легкий пеньюар из эвкалиптового волокна, который по ощущениям напоминает легкий шелк. Пижамные комплекты способны подарить комфорт и добавить озорные нотки в домашний гардероб. Конечно, хит продаж – это тапочки из натуральной шерсти, высококачественные изделия на любой вкус и размер. Также здесь новое поступление одеял и подушек, в том числе и детские. Магазин «Сновидение» поздравляет с наступающим 8 марта и приглашает за подарками.